Я Павел Якимович. Мне 19 лет, я студент 2 курса 8 группы. И сейчас я немного расскажу о себе. Несмотря на то, что я технарь, вся моя жизнь крутится вокруг сцены. Как многие из вас знают, я уже 10 лет играю в ансамбле «Мираж». Благодаря друзьям из ансамбля я и попал на наш факультет. Кстати, сегодня моя 10-я сфера. Получается, у меня юбилей. Я душа компании, и завести толпу для меня не проблема. Когда я был совсем маленьким, гораздо меньше, чем сейчас, меня отдали на танцы. Честно говоря, мне это всегда не нравилось, но свой дебютный выход с чечеткой я помню до сих пор. Началась моя творческая карьера с постановки, где я играл прекрасного принца. Правда, сказка называлась «Свинопас». О, Роза, милая Роза, вдыхая аромат твой, люди забывали и заботы свои, и горе свое. Соловей, мой маленький друг, ты пел так чудесно, словно в твоем горлышке хранились самые прекрасные мелодии на свете. И вас она отвергла. Теперь я тебя презираю. Ты не оценила ни соловья, ни розы. Ты согласилась целовать свинопаса за какие-то безделушки, за шкатулку с бубенчиками и за трещотку с танцами. Не надо. Помолчи, пожалуйста. Смотри, идет дождь. Прощай. На самом деле, всем, что у меня есть в жизни, я обязан своей маме. И именно ей хотел бы преподнести эту роль.